Омский кузнец продает статую терминатора из железа. Работа заняла больше года. В руках у робота действующая жаровня. Можно даже готовить шашлыки. Данил Лужевский встретился с умельцем, сделавшим, наверное, самый необычный мангал за всю историю города, и посмотрел, чем еще удивляют омичи. Теперь Дмитрий Шабанов точно главный фанат фильма «Терминатор» в Омске. По крайней мере, ни у кого больше нет робота-убийцы в гараже. Полтора года после работы кузнец кувалдой придавал нужную форму деталям и сваривал их вместе. Последний штрих – мангал в виде пулемета. Идея родилась случайно. Я просто взял железку и начал по ней стучать. Получилось типа глаза. Но потом продолжил дальше, и получилась голова. Ну и захотелось создать робота. Ну, естественно, терминатора. Сейчас скульптура выставлена на продажу за 350 тысяч рублей. Есть в Омске и мангал-паровоз. Раньше на нем жарили шашлыки в одном из городских кафе. Металлическое изделие весом в тонну тоже продается, только за 450 тысяч. И на этом фантазия мечей не заканчивается. Команда сварщиков и кузнецов создали жаровню из Урала 1956 года. В конструкцию мотоцикла почти не вмешивались. Оставили раму, руль, фары, амортизаторы, колеса и спидометр, который вряд ли теперь пригодится, ведь двигатель все же сняли. Стоимость 40 тысяч рублей. Ну, у нас был старый завалящий мотоцикл разобранный. Больше не знали, куда его деть. Ну, вот решили колеса вот сюда пристроили. Руль, фары. Ну, у нас бригадир, он как художник, все выдумывает, с интернета кое-что берет. Ну, вот набросал. Ну, главное нарисовать, а металл, он как пластилин, с него и все можно загнуть. А известные омские микроминиатюристы Анатолий и Станислав Коненко сделали мангал размером с 10-рублевую монету. Причем это не просто сувенир. Мангал действующий. Чтобы это доказать, Коненко сняли видеоролик, на котором видно, как нанизанные на маленькие шампура кусочки сала жарятся на настоящих мелко наколотых углях. Данила Выжевский, Павел Кадынский. Новости здесь, Омск.